А теперь события серьезные, да и место проведения серьезное. Это трасса мотокросса на левом берегу. Настоящее место для шоу, с трибун которого видно все действо, а не куцый участок трассы, как ранее. Сегодня это действо – тест-драйв внедорожной техники «Ямаха». Тест-драйв, который превратился в гонку на выживание. Потому как участники, то ли от непонимания того, что квадроцикл – это возможность лазить там, куда другим не дано, а не конь для гонок, то ли от количества адреналина превратили этот тест-драйв в те самые гонки без головы. Что смотрелось тем более зрелищно. И для опытных, видавших виды зрителей, и для спортсменов, и для тех, кто в эру электромобилей от ДВСных оторванных монстров не откажется. Но вот здесь тарахтят обычно мотоциклы. Квадроциклы во всем мире тоже известны, и на них устраивают соревнования. Имеет ли у нас перспективы вот это развитие? Конечно, это главное желание. Интересный вид спорта, квадрики, и очень здорово на них едут, и красочно все это получается. Так что все за любителями, которые хотели бы это все развивать. Не знаю, что в городе уже, наверное, ну, порядка 200, может быть, 300, может быть, 400 квадроциклов. У вас здесь можно устраивать соревнования? Да легко. Это стадион, предназначенный именно вот для гонок. Видоизменить немного трассу и все. И она готова для соревнований на квадриках любого ранга. И это правда. Кросс на квадриках – вещь очень популярная в месте жительства самой отдыхающей нации – в Америке. Там, кстати, зрелищных мероприятий не в разы, а на порядок больше, а то и на порядок порядков. Они там научились жить для себя, спокойно имея банки, а не наоборот, как это делается у нас. И тут возникает вопрос – кто там этим занимается? Ответ – там этим занимаются простые люди, объединенные в клубы по интересам. А у нас единственный автоград, точнее группа фирм, в которую входит мотосалон «Ямаха». Вот вы как энтузиаст такого моторизированного отдыха ездите везде, практически всю страну исколесили, облазили. Радует то, что вот, в конце концов коммерческие структуры организуют вот такие тест-драйвы? Очень радует, наконец-то обернулись вообще к техническому спорту лицом. Но единственное, хотелось бы, чтобы город помогал, потому что все технические соревнования проводятся некоммерчески, они сбрасываются участники деньгами, это проводится. Это даже и не освещается в телевидении, а когда идешь и просишь дать объявление о соревнованиях, просят деньги как за рекламу. Это неправильно, я считаю, это обязательно, это, как это называется, ну, то есть, это общественная деятельность, и она должна бесплатно быть. Ну, вот автоград устроил тест-драйв бесплатно, это хорошо? Ну, конечно, хорошо, а если бы за деньги, никто бы и не пришел. Все-таки надо сначала втянуть людей, а потом они сами их принесут, купят все, что надо, и будут наслаждаться жизнью на мотоколесах. Сказать честно, почему я в этом сюжете не в кадре и не на боевом коне? Да все просто. Чем-то новым для меня квадрик не является. Более того, мы просто ждем время, когда ультимативно уже другой Алексей Челейкин потребует. Да и мне не получится ему отказать. Потому как только Ямаха удовлетворит требования и в меру толстого, и упитанного. Ну вот такая у нас порода. Впечатления какие? Супер. Там есть одно такое местечко, я хотел бы, чтобы все там скорость увеличили. Это где обрыв. Как его проходят? Страшно. А так общее? Выглядит совсем по-другому. Общее впечатление как от квадроциклов? Появилось желание купить его. Сейчас есть возможность, Ямаха же все-таки есть в городе, да? Выбираем модель. Уже выбираем? Да. И в очередной раз слова благодарности за праздник. И в очередной раз напомним, вам просто необходимо иногда заглядывать на Московскую 50. Потому как мотосалон «Ямаха» события такие анонсируют только там. Потому как, сообщив про это в эфире и заранее пришедшие на подобные действия обломаются. Потому как желающих будет более чем предостаточно. Ну что же, «Ямаха» в очередной раз город удивила, я понимаю, так что поставила весь модельный ряд. Ну, на сегодняшний день здесь представлен не весь, конечно же, но основные модели присутствуют. То есть это топовая модель 700-й Гризли полноприводный, Рина мотовездеход, ну и спортивный Раптор 350-й. То есть это оптимальные как бы модели, которые для драйва и по... То есть Гризли утилитарные для езды по лесу, по препятствиям, то есть оффроуд. А спортивный, на котором можно попрыгать и получить адреналин от драйва на скорости. Ну не каждый может. Порой приходишь в салон и все. И как понять, что такое?
Благодаря чему все события состоялось? Ну, сегодняшнее событие связано с тем, что очень много людей, которые, конечно же, при выборе техники хотят понять, что им нужно. То есть мы предоставляем такую возможность, что можно прокатиться и определиться с выбором модели. И уже в дальнейшем не быть огорченным, проезжая на ней некоторые километры. Я понимаю, что Yamaha вообще никогда не огорчает, она только удивляет. Особенно нас удивил последний, помните, на Банном озере. Вы устроили для нас отрыв. Здесь что-то есть подобное? Ну, здесь сегодня у нас сделана в парке достаточно интересная трасса. Также есть препятствие из бревен, есть препятствие грязевое. То есть, ну, достаточно, я думаю, что участникам понравится сегодняшнее мероприятие. Ну, а что касается осеннего, я думаю, что мы повторим буквально в августе. Вот так мы и развалились. Было круто, стало ноль. Да, пока правительство решило отдохнуть, на народе возник дивный ажиотаж. Бабки вроде были, а бабок вроде и не стало. Но по сути событий. Как народ ездил за рубеж, так он и ездит. Но не получается у вас вырвать нашу свободу. Ценники, конечно, выросли в два раза. Но по сути событий ничего не изменилось. Торговые центры на Магнитке как строились, так и строятся. А машины новые прямо на расхват. Дома, плиз, Мерседес в центре открылся, Феррари народ покупает, да офигеть просто. Кроме всего, несколько новых дилерских центров открывается, и это кризис? Кризис только в ваших мозгах. Конечно, он прямиком сказался и на ТВ, но крутое ТВ круче всех. Говнюки падают, а умники просто подождут, пока вы говнюками насытитесь и придете к профессионалам. К нам, к примеру.